В Магадане стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». С 2018 года она объединяет тысячи людей по всей стране, которые готовы претворять в жизнь мечты подрастающего поколения. В этом году организаторами проекта на Колыме выступили Росмолодежь, Движение первых и Министерство внутренней информационной и молодежной политики Магаданской области. Уже сейчас они получили более 60 писем от тех, кто так ждет чуда в преддверии праздника. Это воспитанники детских домов, малыши из многодетных семей, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дорогие колымчане, вы и сами можете поучаствовать и быть волшебником, исполнить любое желание наших деток на территории Магаданской области, либо детей из другого региона России. Желания будут у нас оформлены на нашей традиционной елке, будет она расположена в молодежном центре и в наших муниципалитетах. В каждом муниципалитете будет расположена также эта елка. Желание можно подойти, с этой елочки взять, по QR-коду посмотреть имя ребенка и желание, которое он оставил. А когда вы исполняете желание, вы приносите подарок к нам сюда в молодежный центр, и мы уже традиционно отправляем по адресу, который необходим, где находится этот ребенок. Либо самостоятельно можете привезти и поздравить лично. В 2022-м в Магаданской области в рамках благотворительной новогодней акции было исполнено более 400 желаний. Также второй год подряд колымчане помогают осуществить мечты детей из подшефной Ждановки. Дополнительную информацию о том, как принять участие в этой акции, можно получить в молодежном центре по адресу Комсомольская площадь 1 или по телефону 62 76 84. Олеся Хитогурова, Илья Пачин. Специально для Карибу.